В канун Дня города по уже сложившейся традиции вводятся в строй различные объекты. В этом году акцент был сделан на сфере услуг. В одном из корпусов бывшего хлопчатобумажного комбината разместился контактный центр оператора фиксированной связи Net by Net Holding. Территория Хабака пережила разные, трудные, очень сложные моменты. И то, что учредители, в данном случае и наши, и московские предприниматели решили на берегу Волги купить на старой площади Хабака данный имущественный комплекс. Это говорит о том, что в нас верят, нам доверяют. И это говорит о том, что деловой климат в экономике, в Чувашской республике улучшается. Чувашия была выбрана не случайно. Этому способствовала развитая инфраструктура, наличие хороших специалистов на рынке труда. Буквально за месяц было набрано 170 человек. В основном это студенты и выпускники местных вузов. Со следующего года территорию в 2000 квадратных метров обживут 400 человек. Подобного места для предоставления сервисных услуг в нашей республике еще не было. Одно из самых главных, наверное, это клиентоориентированность. И в данном случае речь может идти о данном колл-центре как образце для всех сервисных центров, которые работают с гражданами. Особое внимание уделено и оснащению офиса. Сюда будут стекаться звонки и сообщения со всей страны. В день около 10 тысяч. Поэтому каждое рабочее место автоматизировано и имеет отдельную шумоизоляцию. Оборудованы классы обучения и комнаты отдыха. Работа кипит круглые сутки. Общий объем инвестиций в проект составил 400 миллионов рублей. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.